Всем привет, дорогие друзья, подписчики, зрители и просто непроходящие люди. Вы на канале Илья Лего Про, и с вами, как всегда, я, Лего Про. Сегодня у нас обзор ностальгии, будут сейчас ностальгия, да. Неделя Лего не состоялась, потому что лайки набрались, да. Но не так, как хотелось, да. Ну что ж, ничего, все равно будут Лего наборы, они у меня есть, никуда не пропадут. Но будет, попробуем неделю ностальгии сделать им по Чиме, да, серия Чима. А у нас было два обзора по теме Чиме, там с мини-фигурками, с разными вот, всяких пакетиках, там был крокодил, у меня в упаковке Чима лежит, там где всякие чимоциклы, да. Был у нас набор Чима, да, один такой маленький, типа копия ниндзяга набора, да, самого первого маленького, ну, Чима, типа, да. Чим-Чима, наша ненавидимая серия по Чиме, потому что... И сегодня она как раз у нас будет, там где дальтоники работают, цвета все путают, а на коробках подписывают, что это оригинальная Лего. Ну, кушка поехала, да. У нас сегодня, короче, будет чимоцикл в серии Чим-Чима. Да. Это, короче, я надеюсь, последние наборы по Чим-Чиме больше в магазинах не будут завозить, а будут завозить вот такие наборы Бонзо. Бонзо. Бонзо хорошая фирма, у дяди набор есть уже, я его открывал по Чиме. Бонзо Чима, умная Чима. В принципе, хорошая фирма, я скажу, чуть-чуть. Цвета отличаются от зеленый, там от Лего, до обстановного, и все цвета хорошие, да, поэтому наборы неплохие. Ну, тут у нас дальтоники работают, поэтому хорошие по цветам я ожидаю. То есть, все равно, в принципе, набор как бы по цветам совпадает, потому что тут будет только салатовый, коричневый цвет. Ну, там много салатового, зеленого, точнее, поэтому как бы салатовый и коричневый тоже. Вообще, эта постройка прям точно-точно кроме одной детальки, да. Ну, ладно, поехали, приступаем. Вот и этот набор, который производили дальтоники. Это видео стоит лайка. Ладно, все равно, набор неплохой, в принципе, фигурки хорошие, как всегда. Бриды, как бы, этой серии бы на местах стоят, да, вот это вот самое что-то странное, не зависит в этой серии. Да, но первый минус. Где, блин, чимоцикл Вакса? Это чимоцикл крокодила. В расцветке Вакса чимоцикл, ладно. Второе, блин, по этой же теме. Где сам Вакс? Это Розар. Это ну чё, карточки для Розара положили, и Розара уже, чё они Вакса, блин? Хорошо. Вакс должен быть вот такой, вот, вот этот, вот, Вакс, вот, Вакс. Вот это вот Вакс, вот он, вот этот должен был Вакс. Быть, а не Розар. Розар, вот, вот это Розар чимоцикл, вот это, вот, вот это Розар чимоцикл, а это Вакса. Чимоцикл вообще крокодила, вот. Вот здесь должен быть Родинуса крокодил. Вот, он зеленый должен быть, они фиолетовые, тоненькие, несчастные. Ладно, какие дела? Это видео стоит лайка, надеюсь. Кстати, вот под тем видео, которые почему, мы немного лайков набрали, поэтому давайте, смотрите обязательно, да. Я вам обещал чимоцикла, вы никак не можете их достать. Я уже и так своими силами вытянул их, потому что я хочу их вам показать. Ладно. Что я выбрал? Чип, да, есть, кстати, две запускалки, да, вот это вот, не знаю, не помню уже какая для кого, вот это, по-моему, для Вакса, позавчера набор собирал, уже не помню, этот склероз, наверное, уже на старости лет. Вакса, так, подтягиваем, да, ну на столе он, короче, ездить не будет, но я думаю, вот этот вот с Вакса, чем цикл вообще что-то, но они плоховаты. Ну, он поехал, вы увидели, с Ваксом, с Розаром, короче, что плоховато ездит, да. Ну, ладно, страшно, этой фирмы все стоит. Но, слава богу, у меня будет два нормальных чемоцикла, хотя у меня еще там пара чемоцикла. Ну, хотя эти будут нормальные, да. Есть, короче, да, у нас тут уже Гармидер какой-то, это вообще не потери. Да, короче, Гармидер у нас какой-то, ладно, давайте все уберем вот так, расчистим и буду показывать вам. Так, так, так. Ну, вот такие два трамплина, они совершенно идентичные, по ним, типа, они прыгают, все ломают, рушат, да. А где сферочки? Вот, сферочки, вот здесь. Ах. Так, вы там ничего не видели. То мы оставим на будущее, да.
Так, вот такая вот у нас сфера Чи. Сами понимаете, какого она цвета. Противного цвета. Я не ругаюсь на своем канале, ну, точнее, не ругаюсь, а это... Не говорю плохие слова. Ну, короче, вы понимаете, какого вот это цвета. Они не могли даже скопировать нормальный цвет, а поставили цвет, и сами понимаете, чего, да. Ну, ладно, такая будет сфера Чи. Бедные, лучше им не сражаться. Братан, лучше не сражайся ради этого. Поверь мне. Да, ну, короче, это все равно мне... ну, вот эти разные дорожки такие, типа, чтобы они вот так приезжали, все ломали, типа, они должны его сбивать, вот так сфера Чи, чтобы выкатывалось. Ну, короче, жизнь в Чиме разная. Да. Что можем? Для маленького поколения они Юлу вложили, одноцветную. Да. Как там по-украински, дзыбу вложили маленечко. Ладно, такая. И пару оружек. Это... Ой, сфера Чи покатилась, ладно, не страшно. Вот пару оружий своей любимой желтого цвета соединённой, да. Надеюсь, больше эту фирму я не увижу. Надеюсь. Ладно, какая разница. Так, давайте, что отлетает. Детали от этих мотоциклов, капец. Вообще на чемоциклах не держится. А, ну, спасибо им. Хоть чемоциклы, вот этот вот чемоцикл сделать правильно. Вот этот, ладно, оранжевый. А не этот, господи, персиковый какой. Не оранжевый. И это должен был быть чемоцикл Эрис. Только если он был белым, то надо было шучерить. Там были такие белые чемоциклы. Я взял, блин, оранжевый. То есть во всех таборах такие еще циклы бывают, и другие, и в этот бывает, и вообще вот этот был ловало. Короче, разные вообще бывают еще циклы, ребята. Капец. Да, ну короче, рассмотрим мини-фигурки и будем заканчивать видео. Первая мини-фигурка это Лонтус. Лонтус, он у нас будет на видео еще, в мини-фигурках там будет попадаться. Ай, блин, разломался. И Розар. Да, вот сравните Бонзо Розара, вот этого. Блин, ладно. Не будем сравнивать, потом сравнивать этих. Ладно, вот такой был. Хотя давайте я на полу покажу, как они ездят. Или на столе как-то. А, вот на столе, в принципе, можно. Давайте. Вот без этих усилений, вот эти усиления, с ними он хуже. Они хуже ездят, чем вот с этими усилениями. У нас вот эти, да. Поэтому будем без них запускать. Давайте, где тут Лонтус? Кстати, знаете, вот я не знаю, надо фигурки садить, чем цикла и ставить, да. А, еще инструкцию я вам не показал. Ладно, сейчас покажу. Давай. А, вы еще и сферы Чи не видели. Да что ж ты все. Да, вот теперь для прикола попробуем еще хороший чемоцикл запустить. Видели? Вот это вот нормальный чимоцикл. Чим-чим, а вы кукушки. Ладно. А, вот еще эти сферы Чи токсичного цвета. Салатового токсичного какого-то странного, да. Вот сферы Чи. Мне поблизости нет сферы Чи, чтобы вам показать, какие они должны быть. Ой, ладно. Там... Там как... Там... Короче, на букву К цвета, а тут и токсичного, да. Все. Вот такой. Ладно, кстати, еще будут вот такие фигурки этой же серии, поэтому еще будут. Где-то, кстати, ладно, сделал все. Вот этот Лонтус, опять он будет у нас на обзоре, поэтому я вам так не показывал. Где, кстати, еще одна фигурка? Ладно, не страшно. Что я вам еще не показала? А, карточки. Карточки были в наборе. Короче, карточки все повторные. Повторные. Они повторяются все друг с другом. Да, это повторяется. Вот. Это одинаковые все карточки. Да. Ладно. И инструкция вот такая. Как в оригинальном наборе, кстати, все расписывается. Вот такой раз, да, все ступа. Даже здесь, здесь. Ладно. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком и радонным комментом. Все. Всем удачи и пока-пока. До скорых встреч.